Всем привет, с вами Михан Ахилес, и сегодня мы будем проходить спецоперацию «Высотный перехват». Миссия начинается с установки заряда на дверь. За время прорыва, я считаю, нужно расстрелять противников в этой комнате и, возможно, зацепить противника в следующей комнате. Будьте внимательны, противники любят выпрыгивать из-за углов. На этом этаже противники мертвы. Поднимаемся на второй, используя флеш. Уничтожить всех противников на втором этаже вас ждет еще один прорыв с замедлением. Штурмуя комнату, тратьте один патрон на одного врага. Затем откроется еще одна дверь. Уничтожьте противников, выбегающих из нее. Если вам бросили флешку, двигайтесь дальше и берите президента. Примите поздравления! Вы сослужили отличную службу! Миссия завершена на уровне сложности ветеран. С вами был Михан Ахилес. Пока!